Спиртное, ссора, драка, убийство. По подобной схеме происходит подавляющее большинство преступлений. 2 марта на 4-м участке пьяные посиделки в одном из домов по переулку Коксовой также обернулись убийством. 59-летний гражданин зарезал своего собутыльника. 2 марта 2015 года в Ленинске-Кузнецком произошло убийство гражданина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время обвиняемый содержится в СИЗО. Ему избрано судом города Ленинск-Кузнецкого мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержание обвиняемого пролило свет на судьбу еще двоих пропавших без вести горожан. Оказалось, на совести ленинск-кузнечанина это далеко не первое убийство. Огород стал превращаться в кладбище с 2008-го. Чтобы скрыть следы преступления, все трупы обвиняемый закапывал на своем приусадебном участке. В ходе проведения следственных действий обвиняемый по данному уголовному делу написал еще две явки с повинной, в которых он сознался в убийстве 2008 года, совершенного в 2008 году своего знакомого, которое также случилось во время распития совместных спиртных напитков, и в убийстве 2013 года. В ходе следственных действий тела погибших были обнаружены в огороде дома, где проживал обвиняемый. По факту убийства, совершенного 2 марта, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Умышленное причинение смерти». Что касается признательных показаний гражданина по факту совершения еще двух убийств, то следователи сейчас собирают доказательства виновности обвиняемого. Назначен ряд судебных экспертиз. Ведется следствие.